Главный тренер ярославского «Локомотива» поздравил болельщиков и своих подопечных с 5-й победой подряд. В понедельник в «Арене 2000» железнодорожники обыграли подмосковный «Витязь» со счетом 3-1. Очередная ледовая победа вывела «Локомотив» на 3-е место в западной конференции. У подопечных Алексея Кудашова шайбы забросили Владислав Картаев, Эмиль Галимов, Егор Аверин. А вот ярославский голкипер Алексей Мурыгин установил рекорд по продолжительности сухой серии в континентальной хоккейной лиге. Вратарю «Локомотива» не хватило буквально несколько минут для того, чтобы установить российский рекорд. Следующий матч железнодорожник проведут в субботу в северной столице, где сыграют с местным СКА. Содержанием игры, в принципе, мы довольны, особенно первым периодом, за исключением той же проблемы, что у нас и продолжается уже на протяжении всех игр, это реализация моментов. Преимущество, которое было, надо воплощать в голы и делать его более прочным. Тогда будет спокойнее играть и не будет такой нервотрепки, которая была в конце. Начали немножко неуверенно, а потом вошли в игру. В общем-то, считаю, хорошая игра в нашем исполнении. Но, конечно, с одним голом довольно-таки сложно выиграть что-то.